В лобнинском первоклассном алфавите появилась буква «З». Продолжение темы в репортаже Елены Козловой. От А до З. Именно столько букв понадобится для обозначения первых классов в школе номер 10 в микрорайоне Катюшки. Несмотря на свой 23-летний стаж в школе, Татьяна Золотова впервые держит в своих руках табличку с такой буквой и просто уверена, что она будет для нее знаковой. Это знаковая буква. Для вас? Для меня. Почему? Потому что я Золотова. И это будет класс Золотовой. Все правильно. Скажите, вот говорят, что для учителей Новый год приходит 1 сентября. Это правда? Скорее, да, наверное. На самом деле, да. Все сначала. Все по-новому. Опять волнение, что будет. Надежды на лучшее. Тогда что вы себе желаете на этот год? Я желаю себе крепкого здоровья, в первую очередь, оптимизма, бодрости. Я желаю себе замечательных учеников, чтобы у меня все получилось с ними, чтобы они у меня были умными, воспитанными, и чтобы я смогла их вырастить настоящими людьми, дать им те знания, с которыми они пойдут дальше по жизни. Наверное, это самое главное, чтобы мои дети были здоровы и счастливые. В этом году за парты городских школ сели 9800 школьников. Из них 1215 ребят впервые перешагнули порог своих школ. Вчера весь вечер волновалась вся наша дружная семья. Все вместе в школу собирались. Мама, бабушка и я. Рами, прописи, тетрадки, все давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Теперь-то жизнь другая наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я! Хочется побыстрее в школу. Ну что ты ждешь от нее? Знаний, друзей, чего? Друзей. Букет кому несешь? Учительнице. А уже знаешь, как звать? Угу. А? Да. А за партой с кем хочешь сидеть? С мальчиком или с девочкой? С мальчиком. Ага. А за первый или за последний? За последний. Что в школе главное? Получать отличные оценки или найти хороших друзей? Получать хорошие оценки. А друзья не важно? Важно. Позади осталось лето, пить свободная пора. Платье новое надето, в школу я спешу с утра. 10 раз проверю, да, я снова подпереду. И на всякий случай маму крепко за руку держу. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Важно все, и друзья, и оценки, и учитель, и отношения между детьми, которые складываются. Что вообще сегодняшнему молодому человеку нужно будет в жизни? Умение общаться, правильно поставленная речь, какие-то социальные навыки, общение, уважение к старшим. Каким вы видите своего сына, выпускника, он какой должен быть? Умный в первую очередь. Любвеобильный, соответственно. А вот эту вот хватку, чтобы дальше жить, идти по жизни, сегодня без нее можно? Ну, это само собой придет в любом случае. Сразу 9 первых классов открыла школа номер 10 в Катюшках. 5 первых классов в школе номер 6 на Красной Поляне. За партами 4 классов разместятся первоклассники в школах номер 8 в Центральном микрорайоне и школе номер 9. Кстати, 8-я школа вступила в свой 30-й юбилейный год. По 3 первых класса откроются в школах 2, 3, 4, 5 и 7. По 2 первых класса примут в ряды своих учеников в школе номер 1 и в специальной коррекционной школе. 1 первый класс распахнут свои двери в Луговской школе. Из-за нехватки площадей в 6 школам номер 2, 3, 5, 6, 8 и 9 по-прежнему придется работать в 2 смены. Во вторую смену будут учиться сразу 1182 школьника. В какую смену лучше всего учиться? В первую или во вторую? Первую. Почему? Потому что можно куда-нибудь сходить, кроме школы.
Чем быстрее закончишь, тем лучше это становится, лучше, больше свободного времени, и успеваешь делать все дела. А как же утром вставать с кровати? По-разному. Ну, вообще, конечно, я бы и от того, и от другого выбрал понемногу, потому что если учиться вторую, вот как Данила уже сказал, то меньше свободного времени, а если в первую, то ты не высыпаешься и весь такой сонный. Приходишь в школу и не можешь сосредоточиться. Понятно, то есть ты еще не решил? Ну да. Впрочем, у парней есть еще время свыкнуться с графиком школьной жизни. А вот для 11-классников сегодняшний день особенно волнительный, ведь это их последнее 1 сентября. Что нужно успеть за этот год? Готовиться к ЕГЭ, набрать максимальное количество баллов и поступить туда, куда хочу. И прожить последний год настоящей школьной жизнью, которая больше не повторится. Открывая двери 10-й школы, ее директор Светлана Мерзликина очень надеется, что для всех учеников они будут гостеприимными. От всей души желаю школьникам трудолюбия, пытливости ума и любознательности. Нашим выпускникам глубоких знаний, хороших амбиций и успешной карьеры в будущем. Педагогам творческого горения, постоянного поиска и удовлетворения достигнутого, а родителям гордости за своих детей. Итак, добрый путь. И пусть для каждого ученика школа станет настоящим вторым домом, где тебя ждут, где тебе рады, где старший обязательно подскажет и поможет младшему, а младший будет обязательно хотеть побыстрее вырасти, чтобы стать таким же, как эти старшие. И вся эта круговерть происходит из года в год, превращаясь в школьный вальс. И вот уже совсем скоро в него вольются новые пары. Так что происходит на свете? А осень пришла. Осень пришла, вы считаете? Да, я считаю. Я эту книгу перевода давно уж считаю. Славную книгу, где осень мила и светла. Чем же все это закончится? Дружбы навек. Дружбы навек, вы уверены? Да, я уверен. Школьный наш друг, он годами учеб навек. Что ни случится, он сможет быть рядом с тобой. Всем мы желаем успехов блестящих, радовать близких и школу свою не забыть. Только не сбивайтесь с ритма и счастливого вам школьного круговорота. Елена Козлова, Алексей Бойко, телекомпания «Лобня».